Всем привет! Сегодня у нас третий день влога, строительного влога, и сегодня у нас немаловажный день. Мы сделали плитку и будем делать дальше. Надеюсь, вам понравится. Та-дам! Сделали плитку. Вот эти фонарики в фикс-прайсе купила за 149 рублей. Они мне очень нравятся, они светятся. Правда, не ярко, но я думаю, это из-за того, что они не зарядились еще, когда я их покупала. А вчера я не успела посмотреть, как они светятся, и вот так вот. И такая плитка, я ее помыла, потому что ее нужно закрепить водой. И вон уже беленькая. Она как бы серенькая такая плитка. Родители сказали, что, конечно, лучше было бы, если бы красную, но мне красная что-то вообще не нравится, если честно. Плитка. Ну, она пока что так. Мы еще докупим вот эту вот часть, докупим, и вот эту часть докупим. Мне еще ногти надо сделать, переделать чуть-чуть. Вот, у нас еще кирпичи, вот это новые, их, наверное, можно продать. Вот это старые кирпичи. С ними мы делали вот эту тропинку. Также, я еще думаю, можно из вот этого сделать сидушку. И еще вот такое вот приспособление. Его можно покрасить, сделать сидушку тоже из него так-то. Но можно еще его что-нибудь другое сделать. Мне очень нравится вот это вот. Я посмотрела одну идею, где вот такую штучку красить белым, только она у нас, к сожалению, уже сгнила. Вот. А ее красить белым и делать такую стойку. Можно было бы ее поставить, эту стойку, сюда. Тут, получается, будет качель, тут стойка. И вот смотря как будет качель, мы ее поставим либо туда, либо сюда. Конечно же, лучше ставить сюда ее, чтобы она туда лицом была. Чтобы вид на огород был. Красота! Не забудьте подписаться и поставить лайк. А я хожу вот так вот, потому что мне напекает голову, я не знала, чем завязаться, и нашла первую попавшуюся тряпочку. Соседям. Такие вот дела. Плиточные. Классная плитка вообще, я по ней уже босиком походила. Конечно, сделать можно лучше, но... Мне еще нравятся вот эти вот цветочки. Я думаю, их нарву, поставлю в вазу. Вот, а с фильтром они вообще такие красивые прям. Но в жизни они тоже такие красивые. Сейчас мамы убрались, она вот тут на первом этаже убралась, а я пыль на втором вытерла. Спроваживаю их в магазин за качелей. Папа не хочет один ехать, со мной только хочет ехать. Ну или с кем-нибудь из семьи. Вот, а я устала, я уже хочу кушать. Мне никак не дают покушать, целый день не ела. Уже 4 часа, я встала в 9, в 10 часов я покушала, и уже 4 часа получается. Вот яблочки там кушаю и лапшичку. Обычно я бы сразу же в первых рядах побежала за качели, покупать ее и так далее. Но я сейчас не могу, я реально уже устала, вообще кошмар. Я еще книжку начала читать. Мне эта книжка вообще реально мне нравится. Но пока я только начала читать, потом советовать не буду. Ну, такая фэнтези про драконов там, не знаю, кому это нравится, может быть, вот. И пап не хочет в этот магазин ехать, поэтому я их так спроваживаю с мамой, чтобы вместе уехать. Thank you.
Купили качели. Вот такие дела. Я тут подметала, а тут все равно все грязно почему-то. This is Russian. Fiji Russian. Russian. Fiji Russian. И репортаж с места событий. Итак, с места происшествия. У нас тут вот такая вот качель. Фильтр все сделал синим почему-то. Так пойду, ой, покажуся. Болты, значит, вот это сама сидушка. Еще вот тут вот у нас веник. У нас тут еще тент и сиденья сами. Собираем в полном объеме. Кстати говоря, собирать качель мне нравится намного больше, нежели чем укладывать плитку. Кошмар. Прелесть, 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 прелесть. Ту-ту-ту. Красивая такая вот она получается. Плитка вообще такая маленькая. Не знаю. Мне не хватает. Мне теперь туда надо плитку. Туда плитку надо и туда плитку надо. Бетоном залить, я же предлагала все вот это пространство. Как красиво. Вот такой вот у нас домик. Только... Анна, вы как хотите, мы с Криской. Ой, убери, блин. Я боюсь. Подушку-то убери. Мне кажется, слишком толстый. Такое место получилось. Место вот такое вот получилось красивое. Еще доделать будем. Или не будем. Или будем. Классно. Султанша. Классно. Ну, мельпизерный такой. Я спать. Ну, хоть что-то, мама. Пригрел. Книжку читать буду. Книжку фантастику. Как раз под мой рост. Красотень. Такая красота. Сейчас пойдем еще на одни огоньки посмотрим. Смотрите, какая красота. Фонарики горят. Так, эти горят. Вон там горит. А этот что? А этот не горит. Почему? Вот они как горят красиво так вообще. Обалденно. Фонарики. Мне вообще не нравится. Один потух. Почему он потух? Ой, собака там с ума сходит. Холодно, я пошла домой. Приспичило меня из этих старых штучек делать лавочку, столик, стульчик. Ну, в принципе, нормально, ничего. Вот и звездкой крашу я. Не знаю, что получится потом. Я-то хотела сделать стульчик. И вообще хотела себе бетоном залить, но нет, мы же не слушаем никогда меня, мы плитку хотим, а плитка вот она не достает, ее очень мало, ну не очень, ну смотрится, конечно, симпатично, но бетоном лучше было бы, бетоном было бы место еще побольше, чтобы, допустим, вот эти стульчики поставить куда-нибудь на бетон, вот, круто же сидеть, никакого песка нет, никакой грязи вот этой вот нет, все. Но нет, бетон хоть и неровно, конечно, заливается, но пусть и не так красиво было бы, но зато эффективнее, мне кажется, намного лучше. Ну, как я планировала. Если вы спросите, как у меня дела, я скажу, замечательно. Я постирала только что поролон,
делаю сидушку. Тот, видимо, я планирую сделать столик из той штучки, а из этой штучки сидушку. И на сидушку я сделаю из поролона потом сиденье мягкое, чтобы было. Я его обошью, сделаю чехольчик на нем и сюда. Будет мягко сидеть на нем. Но предварительно на эти дощечки я думаю постелить вот такой вот белый пакет. Конечно, я его тоже постираю. Вот с другой стороны какая-то ерундень написана. Вообще, такие белые пакеты из-под мусора, да, мешков получается. Но мама сказала, что у нас их нету, а поролон как раз хранился в таком вот белом мешке. Правда, он уже не белый, а серый. Страшный какой-то. Вот, я думаю, его стоит помыть, посмотреть. Вообще, сделается ли он так, как мне надо, или не сделается. Это мы посмотрим. Нам сегодня еще гости должны были приехать. Они приедут, наверное, позже. Я вообще такая чумазая вся. Мне, кстати, на камере не видно, что я чумазая. Я, видимо, уже подмылась, пока стирала поролон. Платочек мне, кстати, не сильно идет, ну и ладно. У меня такой безликий вид вообще. Еще прыщ какой-то выскочил на лбу. Кошмар. Вот. Качель вообще классная. Сегодня мама с утра на ней лежала. Я вот сижу, читаю периодически книжку, фантастику. И не знаю, у меня случилась беда. У меня перегорел фонарь. Я так расстроилась. Я не знаю, он был таким уже или перегорел так, но очень печально было. Вообще не реагирует никак. Я не знаю, можно ли произвести обмен. Ну, я менять в любом случае, наверное, не буду. Просто потому что, скорее всего, у нас в городе нельзя произвести обмен. У нас люди такие хитрые. Вот. Я несколько раз слоев красила белой звездкой вот эти вот стульчики, стол. Конечно, надо было краской покрасить, но краска, она тоже дорогостоящая. А тут под руку мне попалась и звездка белая. И еще мне нравится одна тут... как ее назвать там? Горшок, не горшок, а как это так называется, подставка под цветы. Я видела такую красивую картинку белым. Также и звездку выкрасили, сделали три дощечки, получается, три подставки для цветов. И выкрасили белым, очень красиво смотрится. Хотелось бы тоже что-то сюда такое. Но, тем не менее, я хотела из вот этой дощечки сделать. Сейчас покажу вам. Из вот этой вот дощечки сделать, но мама сказала, что она вся прогнила. Но так оно и есть. Я не знаю, ее можно как-то, наверное, все равно спасти, отпилить там. Или новую проще сколотить, ее раскрасить, сюда на баню подвесить. Баня, кстати, у нас вообще непригодная. Ну, как сказать, мы в ней не моемся, ничего. Просто там хранятся какие-то вещи. Чулан. У нас еще есть маленький домик, я не знаю, зачем нам столько домов. Хотя без бани здесь было бы очень ветрено и очень не очень. Вот у меня стульчик со столиком получились. Конечно, я старалась натянуть этот стульчик, но он никак не натягивался почему-то из-за неровностей. И пока что получается вот так вот. Потом я еще из поролона сошью подушечку и сделаю туда подушечку. Это пока что столик, по идее, тоже планировала как стульчик. Ну, не знаю, смотрится, если честно, как-то странно. Вот, еще у меня ножки облазят, вообще кошмар. Не для слабонервных. Вот. Наступит ночь, и я так сильно буду ждать тебя. Еще к нам должны были приехать гости, но что-то их нету. Я так думаю, они ночью к нам часов 8 как приедут. С опозданием, как всегда. У меня родители даже в 10 спать ложатся. Такая. Еще я увидела уйму паучков. Значит, скоро прибавление денежек будет. Надеюсь. Ой. Это слезло. Костёл. Когда он такой пщу-пщу плавает. Конечно, вот это мешает. Так ты это убери. Ну, пусть сушится. Ремонт продолжается.
общем, рассказываю, как мой день прошел сегодня. А сегодня я встала часов в 9 утра, мама встала на час раньше, чем я, потом мы пошли в огород, и тут я смотрю, мама что-то красит. И красила она крыльцо, или не крыльцо, а нет, она красила, значит, песочницу для моего младшего брата. Ну, я подумала, полежала, мне было так лень, я еще не позавтракала. Прошел час. Через час я позавтракала наконец-таки, нашла силы встать с качели, карусели, хотела сказать, вот. И потом, значит, я пошла делать свою сидушку, свой стульчик. Я нашла пакет еще в прошлый раз, я его помыла и сделала сидушку. Вот эту вот я сделала сидушку, значит, таким. Вот, и потом из поролон я его закрепила скобами, но скобами я вам не советую закреплять поролон. А все почему? Потому что когда вы поролон скобами начнете закреплять, скобки начинают потом вылазить оттуда. Я этого не знала, и впоследствии я взяла нитку с иголкой и просто зашила его ниткой с иголкой. Иголку я брала большую и нитки толстые, и сделала их два ряда, чтобы, ну уж наверняка, и чтобы все держалось крепко. Далее я искала ткань какую-нибудь, чтобы шить сверху чехол для поролона, чтобы можно было подвязывать, сверху снималось, чтобы, допустим, пойдет дождь, чтобы я могла снять или постирать. И в итоге я шила чехол, но он казался большим, из старой шторы, она у нас коричневого цвета. И сделала я еще вязочки. Мне очень нравится, как получилось. Кстати, можно лежать, я уже испробовала. Мама уже тоже попробовала это. Осталось мне найти еще кусочек поролона. У меня есть небольшой. Мне нужно еще поролон найти. И из оставшейся шторы дошить второй чехол. И вторую сидушку из поролона. И будет у нас все окей. Также у меня очень сильно... Не секутся волосы, а лысею. Ну, это реально. Вот. У меня очень сильно упадают волосы, поэтому я сделала еще несколько масок сегодня. Надеюсь, что все-таки моей лысине каких-то витаминов не хватает. Я сдам анализы и потом надеюсь, что все-таки все наладится. А из новостей еще сегодня меня безумно бесит мои ногти. Вот эта рука очень красивая, они мне нравятся. И тут они даже отрастают так очень симпатично. Вот. И вот эти ногти мне не нравятся, они мне не мешают. Но на другой руке, которую я держу телефон, поэтому я не могу показать. А у меня я сделала очень некачественный маникюр, и из-за этого у меня немного облазит лак, и все цепляется вокруг. Поэтому я не могу найти себе силы, чтобы переделать эти ногти, сделать новый красивый дизайн. На самом деле, я бы еще хотела на речку сходить. Но мам, что-то не хочется найти на речку. С папой я не пойду. Я с ним не хочу идти на речку. Не знаю, он там что-то делает с проводами. А мама со мной вроде хотела сегодня идти на речку, но вроде, может, она и не пойдет со мной никуда. Прогуляться хочется мне, потому что мама стирка. И вот... Еще зарюсь на всякие красивые штучки на Алиэкспрессе, заколочки разные. Вот волосы сушу. Мне, кстати, очень понравилось, когда я сделала, покрасила волосы, и так у меня белые передние прядки, мне прям вообще нравится. И вроде бы и не всю голову испортила, но вроде бы и прядки передние очень красивые. Надо домонтировать еще видео одно, и все будет хорошо. Надеюсь. Домонтирую видео. У меня не одно, у меня их там штук 3 набралось. Потом в будущем у меня еще одно видео будет. Поэтому надо быстрее вылаживать старые. Я надеялась, я их копила, чтобы выкладывать их каждую неделю. Но все-таки поняла, что я очень много снимаю. Пусть это даже не набирает очень сильно много просмотров. Я снимаю для себя в первую очередь. И память у меня уже так изрядно... Ой, это фильтр такой прям. Ой, прикольно. Память у меня уже изрядно такая заполнила. Приехала. Собака какая умная, спряталась. Ума не приложу, как он будет ее сейчас доставать.
Да. А чё плитка-то кирпичная? Я думала, она будет обычная, а она кирпичная. Что я вам хотела бы рассказать? С последнего моего видео, когда я это снимала, прошло уже очень много времени. Я так и не домонтировала последний свой влог, тот строительный, поэтому, ну, со стройкой имеется в виду, где мы все делаем. Поэтому сейчас я вам покажу, что у нас получилось. У нас получилась вот такая вот ограда, очень красивая плитка. К нам приезжали рабочие и клали ее. Собака теперь у нас тут. Вот тут вот. Собаку баба помыла. Тут у нас кушали рабочие, но мы решили так и оставить, потому что мне очень нравится сидеть на этой лавке. И стол за столом тоже я очень много чего делаю. Вот такая вот песочница, которой брат играет, но очень редко получилось у нас. Мое сиденье. Тут поролон, как бы очень мягко сидеть. Потому что вот действительно поролон. Ну а тут наши качели с плиткой. На самом деле, тут еще и сушится белье сейчас, поэтому... Оп! Поэтому выглядит вот так. Да, мне эти виды напоминают, как будто бы я в Америке живу. На самом деле, это Россия. Россия тоже может быть очень красивой. А вот тут я сижу. Ага. Вот такие у нас красивые небеса.